В Караганде произошел пожар на обувной фабрике. Пламя охватило более 700 квадратных метров кровли складских помещений. Работу огнеборцев осложнял сильный ветер. Оборудование предприятия не пострадало. По словам руководства фабрики, источник возгорания попал на крышу с улицы. В тушении пожара было задействовано 16 единиц техники. По данным ДЧС области, жертв и пострадавших нет. Причина выясняется.